Собаки. Да вроде ничего не забыли. Если что, опять вернемся. Документы, кошелек, деньги. Все. Все, детей, жена. Ничего страшного. Бейсболка в лавке. Бейсболку свою. А, ну ты и не брал ничего. Так, заявление взял. Заявление сейчас на батюшке завезу. Да. Все, сейчас завезу. Все, брат. Мы рады были вас видеть. Как рад. Приезжайте почаще. Очень будем стараться. Давайте. Давай, Дима, Бога благодарю. Благодарю. Давай, Богом. Богом. Потом нашего дитя можете потом. Если примете, конечно. Все, пока. Артем даже кипка упала. Давай, брат, с Богом. Все, бро. Ну, очень рад. Ну все, пока. С Богом, блин. С Богом, давайте. С Богом. Найти ключ у себя? Не знаю, ну, наверное. Ну, сейчас мы к нему заедем. Да, ага. Я пойду встречу их там. Это у нас сегодня 21 июля 2019 год. Вот воскресный день. Недавно сходили бы на богослужение. Это уже 12 час время. Вот, а в час у нас занятия будут начнутся, даст Бог. Ну что, по улице никого не видать. Все, видимо, дома сидят. Ну что-то и на природу куда выехал. Прощается с Игнатьевичем. Сейчас народу Игнатьевича позвать. Они уезжают. Дружи. Это Шарик. Шарик, гулять охота ему. Гулять охота. Шарику гулять охота. Да. Веселый Шарик. Забавный. Всегда веселый. Приезжайте. Все, благодарю вас, Игнат Тихонович, за что. Спасибо. Очень рад. Я посмотрел, который ролик поставил. Час 20 почти. Вячеслав Семенов. А-а-а. О пребываниях Потеряевки. Угу. Посмотрите. Он все выхватил мне. По частям, потом фотографиями разбавил. Ну, хороший получился ролик. Угу. Он подметил самое главное. Так что придешь, где занятия идут по скайпу, я могу на тебя сейчас зайти и скину тебе. Угу. Ну все, с Богом. Кто тут такой, а? С Богом. Ну, маленькая моя, а. Ну что, до свидания? Давай. Ну, кое-что услышал тут. Будем стараться, чтобы он... Ну да. Жалею, что уезжаете. Ой, мы очень тоже жалеем. Завтра нам надо работать. Вы увидите, мы выставим ролик. Будем делать. Угу. А то надо, не надо. У меня вопрос не стоит, надо. Статья была одна, ну она ей 6 лет была, девочка, в войну, здесь, в Новосибирске. И говорит, что у нас не было других слов, одно слово было «надо», а остальное нас не касалось. «Надо» и добавляли для нужд фронта. Так, все, с Богом. Все, с Богом. С Богом. Давайте. Сейчас мы к батюшке еще заедем, благословим. Буду учить.
Надежда Васильевна? Надежда Васильевна. А я не знаю, дома она нет, ну пройдите к ней. Давайте. Прорубили просеку. Сходи туда, узнай, как там. Потом зайди. Ладно. Вот так мы в село ходили, стучались каждый дом. Один на одно село стучались, она там, женщина говорила, что надо? Мы православные христиане. Что она же нам ответила? Идите, а, мир вам? А, говорю, мир вам? Она говорит, нет, говорит, не надо нам мира, идите отсюда. Ну. Не поняла, чем мы хотим. Ты что такое? Чё? Мы пришли попрощаться. Ой, настал час прощания. Пришло расставание. Чё? Нет, выходи. Выходи. Выходи, мой цыпленочек. С Богом, храни вас Господь. Храни вас Господь. Благодарю вас за заботу. С Богом, храни вас, Господь. Очень. Я хотела, вы через Барнаул поедете или через Каменный Оби? С Барнаул. А, Ниночка звонит, мы, говорит, с этим, с Сережей ездим с сыном всегда через Каменный Оби. И, говорит, там дорога лучше и меньше машин, говорит. И это быстрее, такой крюк короче, они делали? Нет, короче. Да? Ага, он сказал, он поедет там, спидами, как это называется. Ну, я сейчас посмотрю, может быть, и правда так поедем, посмотрим. Да. Через Каменный Оби, говорит, пусть едут, говорит, там дорога лучше. Ну ладно. Че маму-то бьешь, а? Ишь ты, озорница такая. Ну. У меня там гуманитарка есть, вещи такие. Может быть, вы кому-то там придете раздадите, а? У нас сейчас некуда, к сожалению. У нас там все забито. Все забито. Ну, вещами. Хорошо. А то я там. Ну все, поехали. С Богом. Не, нельзя. В присутствии людей нельзя такого делать. Ты, мама, позоришь. Ишь ты какая. Да. Еще и недовольство проявляет. Ишь ты. С Богом. Храни вас, Господь. Спаси Христос, что за. Спаси Христос. А ты куда? Ну-ка иди сюда. Ну-ка назад. Еще не попрощался. Даже не попрощался с Богом. Надя спрятался. Стеснительный. Учи. Дорога. Думаю, приедете сразу же 22 и 26 поломки. Господь свет мой спасен. И Господь пастырь душу мою. Господь пустит. Угу. Память развивайте. Развивайте память. С Богом. С Богом. Храни с Богом. Вас, Господь. А мы сейчас заедем куда-нибудь помоемся. Давайте, с Богом. Тихо, тихо. Сейчас к батюшке заедем. Спасибо, что приехали, помогли. Мы вас благодарим за приняли. Ладно. Ой, я не знаю. Да, Тихоныч, еще разочек вас хочу обнять. Спасибо, Христос. Все. Поезжай. Люблю вас. С Богом. Потеряйте хорошо. Поесть сейчас тут за кустами, я бы там и поправил. Угу. Остановись и езди сейчас. Хорошо. Давайте.